Шокирующая находка в одном из казанских домов. Проснувшись ночью, женщина не обнаружила в кровати своего ребенка. Трехлетний мальчик оказался в холодильнике, где и умер в результате асфиксии. Следственные органы сейчас выясняют все подробности произошедшего. Именно в этом доме проживал трехлетний погибший ребенок. На данный момент ведется доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Маленькие комнаты жили, девятиметровки, на троих кухня, никаких условий. Ребенок, ладно, хорошо в садик ходил, такой ласковый парень, но они любили его. Трагедия произошла в коммунальной квартире дома на улице Краснококшайской. Малыша здесь знали все. Ребенок был шустрый и очень общительный. Как рассказывают соседи, мальчик любил играть в прятки. Возможно, это и сыграло роковую роль. Бездыханное тело ребенка мать нашла в холодильнике. Спасти его было уже невозможно. Мальчик проживал совместно с мамой и дядей. Ночью его мама проснулась и, не найдя тело мальчика в кровати, обнаружила его в холодильнике. Предположительно, смерть наступила в результате асфиксии. Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов. Как ребенок попал в холодильник и причастен ли к этому кто-то, выясняют в следственном комитете. Опрашивают соседей, родственников и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Фарида Ишмуратова, Павел Прищепов, Вести, Татарстан.